Товарищи, я нахожусь сейчас около окружной избирательной комиссии 208 округа, куда входят и районы, депутатом которых я являюсь. Значит, только что меня не пустили в окружную избирательную комиссию. А что еще важно? Еще важно то, что именно в этой окружной избирательной комиссии идет подсчет дистанционного электронного голосования. Здесь собираются данные. Но мы не видим ни результатов дистанционного электронного голосования, ни результатов просто с УИКов. Прошло больше 2 часов, как закрылись избирательные участки, но результатов УИКов нет. Ну, для тех, кто не знает, окружной избирательной комиссии по 208 округу является ТИК Арбата. Ситуация, конечно, вопиющая и очевидная. Только что председатель этой комиссии меня на территорию комиссии не пустил. Вот посмотрите, они все сидят, работают, свет горит. Но никого туда не пускают, как будто это какой-то военный закрытый почтовый ящик. А называется Конституция, и народ является носителем власти. Комиссия будет работать в соответствии с регламентом. Угощение не использование бюллетеня, работа с книгами, подготовка, соответственно, оформление электронного протокола с помощью комплекса выработки. То уже что подготовил. В зависимости от того, сколько человек проголосовал на участке. Знаете, я, конечно, очень дорожу своим временем. Да. И вашим, конечно, но я, судя по всему, вижу вас, ваше время не особо заботит, поскольку больше 2 часов прошло, а у вас еще, вот, извините, конь не валялся. Вот. Но своим временем я очень дорожу. Поэтому я вижу этот разговор совершенно пустой. Артур Альбертович. Артем Артурович. Артем Артурович, вы меня не пустите, я так понимаю. Ясно. Я не вижу статуса вашего. Ясно. Значит, у вас засекреченная работа. Если бы все было честно и открыто, вот я так говорю, я уверена, так же считают москвичи, и не только москвичи, граждане нашей Российской Федерации, то вам скрывать бы было нечего. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания.